Перед началом весенних полевых работ в хозяйствах республики проходит традиционный смотр готовности сельскохозяйственной техники. Наша творческая группа побывала в Урмарском районе. 1500 гектаров земли под растениеводство – зерновые, бобовые и картофель. Чтобы получить хороший урожай, нужна исправная техника. В фермерском хозяйстве Геннадия Юмукова это отчетливо понимают. Как видим, здесь техника обновленная, новая, но и старая техника тоже исправная. Все тракторы готовы к выходу весенне-полевым работам и получат талон допуска на этот год. Из большого технического парка проверку не прошел только один трактор. Насчет техосмотра мы готовимся старательно. Запчасти вовремя, нужные запчасти. И поэтому, чтобы работать весь год, мы ремонтируем все, что можно, чтобы потом в поле ничего не делать, только работать. Отремонтированная техника – это не только гарантия стабильной работы, но и безопасность механизаторов. Поэтому фермеры стараются регулярно обновлять машино-тракторный парк. Навстречу идет и государство. Сегодня для земледельцев существуют различные меры поддержки. К примеру, программа льготного лизинга автотранспорта. Ее воспользовался и Геннадий Емуков. Трактора были приобретены на кредитные средства, но мы их уже как бы оплатили. И вот из 13 тракторов в этом году мы купили еще 2 трактора. Один по кредиту, Кировец 525-й. Другой 15-23 на свои собственные средства. Еще купили мы в этом году на кредитные средства комбайн РСМ-161. Ну, тут есть хорошие плюсы. Государство субсидирует 40%. В Урмарском районе зарегистрировано более 700 единиц техники. Из них на весенние полевые работы пойдут около 200. Все они должны пройти проверку. Екатерина Шеверова, Алина Сусметова, Александр Атяков, Республика.